Я кричу, не слышу крика, не вижу от страха лыка, вижу плохо я. На ветру меня качает, кто здесь слышу, отвечает, я нелегкая. «Своя колея» — это не просто концерт. Мероприятие объединяет тех, кто любит и уважает творчество Владимира Высоцкого. В Нижнекамск артисты приезжают, потому что здесь любят этот проект. Я когда вот только вот первый раз приехал сюда, и это было связано с картиной «Спасибо, что живой». Мы показывали тут небольшой такой отрывок. Вот. И, конечно, я, ну, мне в голову не приходило, что это вот вырастет в какой-то такой многолетнюю такую уже даже дружбу, да, и с городом, и с людьми, которые здесь. Пока я живу, я буду этим заниматься. И если это будет нужно, какая-то часть нашей работы здесь, будем приезжать. В этом году «Своя колея» приехала в обновленном составе. Среди именитых исполнителей народная артистка России Лариса Долина. Впервые приехала и Алла Рид, восходящая звезда российской эстрады, финалистка проектов «Голос» и «Новая волна». Ну и, конечно, на сцену вышли уже полюбившиеся артисты, которые приезжают в Нижнекамск не первый год. Дмитрий Дюжев исполнил песню военных лет на стихи Высоцкого «Мы вращаем землю». День. Это сказки для старших. Просто землю вращаю, куда захотят наши сменные роты. Еще одни завсегдатые проекта – талантливый исполнитель и автор песен Сергей Галанин, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов и его супруга – российская рок-звезда Ольга Кормухина. Концерт длился 3 часа. Все это время выступление артистов сопровождал симфонический оркестр «Глобалис». Светлана Шумкова, Евгений Лызаев, новости НТР.